Друзьям рыбоходикам привет! Сегодня мы делаем второй выезд на мотособаке Якудза. Значит, погрузила в машину ее, она тоже помещается. Как мой помор тоже так же. Такие же размеры, в принципе, вот так вот у меня все располагается. Двое саней, сама мотособака. Ну еще вот куча вещей. Палатка, ледобур. Ну короче, вот это вот тоже все помещается. Ну все, мы сейчас выгрузимся и поедем на рыбалку. Очень быстро. Я даже боюсь на полника давать. Скорость такая нормальная, приличная. Полностью я не буду давать, потому что он пока что у меня на обкатку. Ну ништяк. Скорость вообще прям ощущается. Страшно давать. Ощущения? Нормально. Классно? Да. О, ништяк! Так тоже прикольно ехать. Правда, это, задницу будешь отбивать, если точно будет. Ну, это тоже нормально, но вот поворачивать, конечно, приходится делать большой круг, чтобы развернуться. Без лыжного модуля, конечно, ну, друзья, давайте расскажу немножко поподробнее про такую мотособаку. Значит, здесь двигатель Лифан, четырехтактный. Бак здесь 6-литровый. Мощность 20 лошадиных сил. Офигенно, короче, прет. Покатался сейчас, все классно было. Значит, здесь что удобно. Здесь, короче, по подвеске сейчас расскажу. Можно вот такие вот катки менять даже в полевых условиях. То есть здесь они вообще японские идут, японские подшипники, три каретки. Вот здесь вот такая вот система. Вот здесь просто болтик откручиваете, и все, можно просто колесо поменять. То есть не снимая саму каретку, как на некоторых мотобуксировщиков. Вот как у меня есть помор, там такого нету. Пружины здесь еще толще стали делать, более усиленные, но они по две резины, по две пружины. С одной и с другой стороны. То есть немножко облегчает веса. Вот. Немного, но все равно есть. Вот. Так.
Значит, была такая проблема. В прошлый раз я катался, каретки переворачивались. Я устранил эту проблему с помощью натяжных болтов с двух сторон. Натянул гусянку. Вот, все, сейчас проблема исчезла. Значит, нормально гусянка сейчас натянута. Вот, все отлично. Значит, что здесь? Бардачок. Я рассказывал в прошлом видео. Бардачок офигенный тут. Ну как, он небольшой, но ключи какие-то сюда можно положить. Я сейчас подключу. Еще раз покажу. Я туда положил запасную свечку. Там стяжки. Можно еще ключи всякие там на 17, на 18, там 19, 20. Они поместятся по длине. Вот. Вот. Здесь мягкая вставка также. Вот. Ну, небольшая. Ну, можно здесь гору, в принципе, такую вот в ряд наложить ключей. Вот. Ну, не знаю, как туда влага будет попадать, не будет. Вот этого я пока что сказать не могу. Ну, хотя вот покатались, вот. Чуть-чуть снежка насыпало. Чуть-чуть лед образовался. Вот. И надо закрывать. Не знаю, потом покатаюсь, посмотрю, может, и влага будет попадать. Придется что-то придумывать, додумать, герметичнее расставить там. Не знаю точно. Так, ну ладно, потом закрою. Вот, разработчики додумались вот сделать для владельцев мотособак такой бардачок. В принципе, удобно, практически все под рукой. Значит, сразу надо чехол брать по-любому. Вот такой чехол, он толстый, нормально защищает воздушный фильтр здесь. Вот, а в любом случае такой надо чехол брать, потому что у вас будет фильтр забиваться, быстрее забьется и на сезон его не хватит, просто у вас потом мотособака не заведется. Вот, без чехла ездить не вариант. Но если так, чисто возле где-нибудь гаражей, там дома покататься. Вот, что мне больше понравилось, интересно, вот такая вот, ну я тоже показывал в прошлом видео, легко и просто открывается капот с двух сторон, вот резинки. В принципе, их можно самому придумать. Ну, классная штука. Мне понравилось. Так берешь и открываешь капот. Правда, одной рукой пока неудобно. Сейчас трос. Раз. И все, открыл. Значит, свет здесь прикольный. Мне понравился свет. Хорошо освещает. Ночью я у себя на гаражах покатался. Вот. Ну, здесь бы как бы надо еще эти провода подлиннее сделать. Немножко запасом, потому что они, когда бывает капот открываешь, они отсоединяются, надо аккуратненько. Так, ну что еще? Так, значит, на моей собаке, я не знаю, здесь, по-моему, нету регулировки передней ведущей. Здесь вот она получается вот задрата, да, повыше сделана. На моей собаке здесь два отверстия, то есть вот эту плоскость самой гусянки можно опустить чуть-чуть ниже. Вот, здесь что-то я не вижу такого, что вот эту каретку, мне кажется, здесь опустить нельзя, потому что здесь только одно отверстие. Было бы хорошо, если бы можно было, конечно, чуть пониже опустить, потому что, ну вот, так она задрата. Если пониже опустить, будет намного лучше, потому что по целине будет проще идти. Как говорят, вот ставят склизовые подвески, она получается полностью гусянка ложится на снег, и контакт со снегом лучше происходит. Так, значит, здесь сама рама железная, лазерной резки, очень качественно вырезана, все ровненько. Значит, что у нас тут, брызговик есть. Ну, брызговик, да, на заклепанный. Прицепное, ну такое хлипенькое, конечно. Так, пружинка не так уж сильно она жесткая, но пойдет, вроде держит. Покатался, ничего не слетает, ничего не погнулось. Значит, по управлению. Вот сам реверс управления самого переключения скоростей. Значит, ну вот. Сюда включаешь, это вперед, нейтралка и назад.
Значит, здесь есть подогрев ручек, включаются отдельно вот кнопки. Я как бы еще их не проверял, но пока что у нас не холодно. Вот, ну и нет, я проверял, но они это чуть-чуть греют, я потом выключил, просто проверил их работу. Но я так считаю, что надо покупать для подогревов ручек отдельно еще такие накладки, типа как рукавицы большие. То есть туда руку засунул, получается, у тебя будет уже тепло держаться там внутри. Засунул руку, и тебе тепло. Значит, здесь бурановская газулька. Кстати, очень мягкая. Я вот смазывал ее. Нормально. Очень чувствительно. Под большой палец. Вот. Чека безопасности идет. Правда, ее, конечно, надо всегда к себе пристегивать. Если выпадешь где-нибудь на скорости, чтобы это выдернулось, слетело вместе с тобой, и собака заглохнет. Значит, переключение света. Вот здесь вот идет. Сделали. И глушить двигатель. Ну, как бы в эту сторону. Вот. Сюда уже ничего не работает. Вот. Ну и запуск двигателя. Здесь вот. Вот. Ну, я пока не буду заводить. Я его заводил, потому что я там краник перекрыл. Вот, кстати, насчет краника. Допустим, морозы. Всегда надо перекрывать краник. Вон, свет не выключил. Сейчас выключу свет. Надо всегда краник перекрывать, потому что у вас может быть игла пропускать. У меня такое было уже на прошлой мотособаке моей. Прошлый сезон откатался. Ну, короче, тут не видно, наверное. Есть краник. Вот его в морозы надо перекрывать. Когда приехали куда-нибудь на рыбалку и сидите там 4 часа, надо его в любом случае перекрывать. Иначе у вас бензин будет попадать в сам картер. Вот. Я свою собаку подготавливал, помора. Там был бензин, когда сливал масло, менял, был бензинчик, и плюс иглу менял. Поменял иглу, и все стало на свое место, и ничего не пропускало, и нормально заводится с первого раза. Ну, это про свое я говорю. Вот, пока что у меня он первую зиму в эксплуатации. Значит, цепь, здесь вот автоматическая натяжка идет, вроде как, вот она. Нет, она не автоматическая, она законтрагаена, то есть приходится потом самому подкручивать. Просто ключом подкручивать, и будет вот эта лапка давить на цепь. Вот, цепь мощная, вот, прочная, хватит надолго. Ну, как бы так, в общих чертах. Можно сказать, я вам уже подробно все рассказал. Ну, нормально, прет, конечно, отлично. Ну, надо модуль в любом случае. Ну, такая у нас якудза. Это нового образца. Ну, я как бы от себя рассказываю пока что. Будем обслуживать, посмотрим, что у ней сломается, может, не сломается. То, конечно, хотелось бы, чтобы не сломалось ничего. Чтобы вера и правда отслужил этот сезон. Фу. Ну, все, ребята, как бы так. Ну что, друзья, подписывайтесь на канал, кому было интересно. Спрашивайте в комментариях, значит, ссылку оставлю в описании под видео на такую мотособаку якудза. Вот. Сегодня порыбачили нормально, покатались. Сделал я пока что такой опять небольшой обзор. Я думаю, вам понравилось, думаю, вам более подробно я рассказал. Вот сейчас будем грузиться и все, отправимся домой. Ну все, всем пока, всем счастливо. Мы погнали собираться.